Кожна поїздка у зону АТО – це реальна допомога українським військовим. Нашим ракетчикам ми їздили, ребята наші, міліціонери, які стоять в Константинівці, ми несколько блокпостов еще у наших ребят, еще есть подразделения, которые не афишируются. Это разведка ездили туда, передавали все то, что ребята просили. Также были в батальоне АУМ, батальон Днепр-1. Это на Республике Мост ребята, те, которые занимаются и беспилотниками, и разведкой вот с ними. Карпатская Осечь помогаем, потому что эти медики, которые там, они помогают абсолютно всем, кто ранен, невзирая на то, с какого подразделения боец. По вашим наблюдениям, есть перемирие? Ну, говорят, что есть. На некоторых местах, вот да, стало потише. Где-то, в принципе, чуть потише, но попытки прорваться, они не прекращаются. Используются запрещенные вооружения, те же самые 120-миллиметровые минометы. Это все есть, это мы слышим и видим. А ще чимало цікавих зустрічей, які підтверджують, Україна змінилася, це нація патріотів і захисників вітчизни. В этой поездке было несколько интересных моментов. Это мы проезжали детский блокпост, который детвора разного возраста, от 4 лет до 16, они оборудовали самый настоящий блокпост с будкой собачьей, с собакой, со всеми нужными делами, с окопами, с блиндажами, с пунктами, флаг висит. И как приветствуют эти дети встречные автомобили, они кричат «Слава Украине!». Ну. Який він дитячий блокпост, можемо подивитись вже зараз на аматорському відео від Ірини Митрофанової. Это у вас детский блокпост? Ви по-справжньому охороняєте Україну, да? Молодці! Пообщались с детишками, они, знаете, они действительно настоящие. У них горят глаза, они знают, что они врага не пропустят, понимаете? Вот они в это верят. Пусть это не на самом переднем рубеже, это уже все-таки не Донецкая область, но тем не менее, мальчишки, они играют, наверное, в такую патриотическую игру по защите Родины таким образом. Хотілося б, щоб наші діти грали в машинки, але, к сожалению, виходить так. Допомогти українським військовим можна у різний спосіб. Оригінальний віднайшли волонтери штабу підтримки армії. На своїй сторінці у Фейсбуці Ірина організувала благодійний аукціон. Перший лот, гільзу від гранатомету, вже продали. Нині ж чекає свого покупця вухо Леніна. Ребята з батальйону Дніпро-1 були в поселку Авдіївський і побачили случайно, взгляд упал на бюст Ленина, который там стоит. Стояли местные жители возле этого бюста. Говорят, он вам нужен? Они говорят, да не. Говорят, надо убрать. Говорят, ну может война закончится. Ребята помогли убрать. Местные жители растащили этого Ленина на сувениры. Нам досталось ухо Ленина, выставили на аукцион. Но как-то никто не хочет. Тож, бажаючим допомогти українській армії, ласкаво просимо у Фейсбук на сторінку Яринки Українки.